Сегодня я покажу вам, как собрать ручку, рукоятку управления стримера фирмы Elmos. Вот сейчас у нас рукоятка работает. Вот видите, ходит. Сейчас мы его разберем. Я уже раскрутил все эти болтики, чтобы сэкономить время. Вот. Здесь две пружинки используются одинаковые, просто одна поменьше, одна побольше. И два, основной курок и курок блокировки. Вот, давайте поставим сперва основной. Вот ставим пружинку вот эту. Главное, чтобы она все была ровная, не было никаких вот здесь загибов. Вот пружиночка ровная, ставим ее сюда на место и немножечко как бы вот так подбинаем, здесь под ней есть выступ, вот мы его поставили. Теперь самый как бы сложный момент, у нас в кнопке есть вот она дырка, надо чтобы вот в эту дырочку попал вот этот вот острая часть пружинки. Вот мы его, на видео может конечно быть плоховато видно, вот попадаем. И у нас начинает работать. Теперь ставим маленькую вот так вот пружинку и одеваем, здесь вот тоже на ней есть дырочка, одеваем острую часть. Вот. И теперь собираем верхней частью крышки, чтобы у нас кнопочка попала и вот эти все части оделись. Аккуратненько, чтобы ничего у нас не разлетелось. Проверяем. Все работает. Блокировка работает. Кнопочка работает. Закручиваем винты и устанавливаем на триммер. Всем удачи, пока.